«Мама, папа, я – спортивная семья». С таким девизом по жизни шагает семья Таран из Большеуковского района, которая в этом году за свои спортивные достижения была отмечена премией «Доблесть». Эта премия очень важна для нас. Это высокая оценка нашей деятельности, семейной деятельности, профессиональной деятельности. Очень здорово, что есть эта премия у нас в области. Действительно, наш регион – спортивный регион. И хорошо, что есть премия именно в номинации «Спортивная семья», поскольку семья, родители являются прежде всего авторитетом для детей. И все лучшее, и физкультура, и спорт, и искусство должны именно прививаться и культивироваться именно в семье. Только в этом случае мы действительно будем взращивать здоровое, умное поколение. Уже в 12-й раз лучшие представители омского спорта в торжественной обстановке получили заветные статуэтки из рук губернатора Омской области. 31 мая в здании законодательного собрания встретились люди, которые не мыслят себя без спорта и знают, как увлечь этой темой окружающих. Каждый из вас является примером для других. Вы не просто любите спорт, вы им живете. И, безусловно, таким образом мотивируете окружающих на то, чтобы вести активный образ жизни. Благодаря вашей работе Омский регион в России стал спортивным регионом. Безусловно, тот боевой опыт, который накоплен нами по проведению сельских спортивных игр, ни в одном регионе нет. Это королева спорта и праздник Севера. И наши омские спортсмены на любых знаковых соревнованиях и отечественного, и международного уровня занимают достойные места. По итогам 2015 года премии удостоились 15 человек, особо отличившихся в омской спортивной жизни. Среди лучших спортсменов в разных номинациях были отмечены кикбоксер Кайрат Нурмагомбетов, гимнастка Софья Скоморох, а также фехтовальщики Александр Трушаков и Юлия Ефимова. Премию «Доблесть» я получил за победу на чемпионате мира в ноябре ушедшего года. Помимо победы на чемпионате мира, мы были признаны с нашим тренером лучшим бойцом ушедшего чемпионата мира. То есть из 1000 участников нас, омичей, признали лучшими. Это было очень приятно и действительно, я думаю, заслуживает похвалы. Конечно, это меня очень мотивирует на дальнейшие победы. Я очень горд, я уже повторяюсь, что мне действительно приятно находиться здесь и сейчас среди лучших спортсменов и лучших тренеров Омского Прииртыша. Из представителей тренерского цеха лучшими стали Наталья Кудрина и Андрей Хмелев. Среди их воспитанников – будущие участники предстоящей Олимпиады и Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. Лучшим детским тренером признали Любовь Беляеву, а лучшим учителем и преподавателем физкультуры стали Ольга Орлова и Алексей Терещенко соответственно. Лучшим спортивным организатором проявила себя Галина Бойко. Александр Заварзин и Галина Агеева были отмечены как заслуженные спортсмены-ветераны. Кроме того, награды нашли лучшего представителя СМИ Артема Гаева и ученого года Василия Коновалова. 31 мая этими достойными именами пополнился список из 160 фамилий лауреатов премии «Доблесть», получивших высокую спортивную награду с 2004 по 2014 годы.